Теорему сейчас по факту нужно два куска так-то, да? Нет, почему 4? Без ауе, если. Да ладно, нефть. 150% на крит от шипов. Я собью, если что, нефть. Добей большого. Не кастуй. У меня стан есть еще сбить. Он специально в цвет, смотри. Добей большого. Это лужа или может? Вот это красное, как у ДК, только чуть больше. Сейчас я покажу. Какой смысл? А где мне лужу дать? Белая была моя, это Арсёма. И какая-то стихия, это красная лужа. Огонь? А, природ. Делорус, если бери, кому блядь. Надо, бери, я, блядь, мне пофиг. Сидарту не надо, значит, его больше нет. Это стихия ПМС. Да ну, как-то да. Если вы коричневый цвет не отличаете, ну я не знаю. ПМС и коричневый бывает, держу в курсе. Спасибо. А это, плечи на вара кому-нибудь нужны? Ага. На лов. А мейнспе кому надо? Плечи на вара нужны вару. Очевидно. На мейнспе кому-то надо на вары, нет? Значит, я запираю. Ну, новенького еще ИП нет столько ролик. А кто новенький? Ну, или я его раньше не видела. Он варчик. Бонка. А у меня 4 куска, по-моему, есть уже. Да. Он со своими, да, 4 кусками пришел. Ну, тем более. Че, мол? Дозара кикнули, что ли, да, сильнее? Кстати, раздаваку надо было мальдозавра отправить. А что с ним? Добазарился? Раздавака... Бывает баг такой, когда релогаешься из группы выкидывает мусор, у него так же было, нет? Нет, он написал. Он написал, чат гильдии, что? 500 ГП забит у меня. Понятно. Так там не 500 ГП, там фикс гильды. Нет, он написал, что типа 500 ГП, а его... Он да, думал, то что он типа... Он думал, что можно 500 ГП отделаться. Так поступать. Нет, на самом деле не понравилось то, что спойлер без отчета. Да верно, типа. Что за звездочета? С отчета. Ну, первый поп из отчета был. Мы видим, мы был не готов, и хуй знает, что-то там возмущался. Да не, он с другой, то что упали, он уже написал, рейд. Ну, сейчас случилось его, помимо игры, лайк и всех комбик. Перегорит, поговорим с ним.
меня, кстати, в штормах такая же ситуация была. Только, конечно, на Никсе 25-ке мы там вайпались, я их нахуй послал и ушел. Ну, почти то же самое, блять. Когда это? Это еще в том году, наверное. Года полтора назад. Мы сами просто со штормов. Не-не, я еще до вас был. Я до вас еще ливнул, короче, потом ушел в Джоки. Что-то недели две там поиграл и съебался вообще с игрой. Жужик, тут знак Калидария. Да уж. Бывает у людей бомбит от эмоций, нормально, в принципе. Тебя придет, может, напишет. Да я и говорю, может, сейчас случилось с жизнью. Настроение было плохое. Придет, поговорим с ним. Посмотрим. Главное, грязи сейчас не поливать здесь со мной. И все. Все, не за что, не даже. У Лёши тоже забомбило. Почему? Обычку важно. Потому что мы бездари. Нет, ну до этого же, по-моему, правило существовало, нет? Типа, покинул рейд, покинул, типа, гильдию. Это правило давным-давно. Жужик, тут боящичка. Не, ну если нет выбило, ты зайдешь и скажешь, правильно? Все, забрал. Не, на самом деле запулили, у меня тоже не было маны. Я вообще без маны была. Запулили в первый раз. На следующий день не скажешь. В ДЦ с пепе сел, брел. Лойд в ДД. ДКшку набираешь, а урон на боссе оф танк. Бабл стоишь на рендже. Все, пускай в тебя прилетает, похер. Сотрот и выпить. Талисман убийцы известный на ком-то надет? Да. Чё, в ДК-шку поворот? На пол кого? Егорус. Чё-чё? Ой, я забыл, сори, сейчас. Написал же, шкафирую, а сам читаю. У этого Ока ник неправильно написан. Дайте им ту. Пока ПДК каску дайте. Сопрут пить, да, что ли? Да, сопрут с ним сопруты.
Деворус не сквик. Полнопулом. Что было? Кого? Чё полностью в меня напуляю, босс? А анимата на всех кинулась только что? Не. Что ближе в воздух? Сейчас на пулан отдавайте на ДК. Не хватит, давай меня. Два родных.
Лёха, есть сальва? Я вижу ломан. Так я вас вайпнул. А я тебя верхнила как раз там вот там кое. Почему я, а не Редвар? Кстати, там походу должен был быть я, но я уход в тень сошел. Поэтому тебя ебнул. Ты просто волшебную шапочку не надел, Неликс. А ты надел? Я же на выход хм. Лёш? Подождите секунду. А может не надо? Надо, Федя, надо. И пожарки, да? Я не вижу еще до сих пор монород. Поэтому пошли почистить эту. Мне нужен еще монород. Монород у розовый рот провали. Есть у кого-нибудь почта? Джурс. Есть. Царь. Косарь. Я могу. Ты Адам следующий. Ты заодно напиши Мазеру, если что. Лёх, ладно. Надо отойти минут на 5. Где сейчас? Это, вы да? Сейчас гер пойдете, Лёх? Сейчас пока на звездочёты. Я слишком красив, чтобы умирать. Блин, так мы чё, без демона были на роботе, ну вы чё? Элем был. Мелочи приятные. Почему я сдох? Джокер здесь? Я пойду сикну. Поехали.
Дайте мне джерси. Крик на хп, бафы, блять, по танкам обновите, хоть что-то дайте. Рады, что в Даларане делает парочку мейлов. Он на этого, на страже уходил, уступал. Понятно, но уже, блять, пока трэша почищено. Его до сих пор нет. Полина, Гена тоже нет. Гена написал, что био отойдет на коровьем. Полина, ничего не... Кто наколил писать, ушел? Полина тоже, наверное, био отошла. Все, поехал. Сейф. Жуля, не воруй. Соберите все, сейчас будем по этот патруль пулять. Жулик, еще. Вот тут паромка. Да, блядь, жену он сам разберет. Иди сюда, патруль, взорвем сперва. Я потом... просто рядом паром. Пробегал. Все. Сейчас сбоку еще согрем. Да, конечно. Все совы безопасны. Что, забивайте. Я же ждал, только бибал. Резко стуть, я пугаюсь. Бой. Когда трэш пугает, то бой не... Ходит. Воет, может, ты в кучу отведешь? А, они застанутся. Да. Снимайте бабло. Пока у Дестрика самым прикольно смотрится. Ну это что, Дестрик? Бабло вообще, не-не.
Его резали, он зеленый. Он зеленый, потому что он хант. Я тебе говорю, он еще раз, его резали, он зеленый. Да нет, он просто хант, вот он и зеленый. Мне написано, что его резали. У меня тоже написано, что его. И он выделяет в зеленом, потому что резали. Второй раз его распрямил, интересно. Видно. Сейчас я резал. Ну, спасибо. Чё, подиспойте? Да я мискликнул. Сопрот, невосприимчивость. Лечь. Обидно, даже не все меня убить. Чё, Неликс, сложно подиспелить, что ли? Чё? Всё ясно. Ты видишь, я искушаю трэш, а ты мне диспелить оставляешь. Так, рыбку. Поставлю. Поставил.
Анкил с ДКшкой на контроле. Анкил с ДКшкой на контроле. Я на трэш. Который там? Чё, подумаешь? Дай эту легкую каску вару. Сейчас, да. Подамажить, да? Да, ты дамажишь. Ты не забывайте добивать. За звездочкой бегайте и все, что поехали. Лесный пул делается на меня. С меткой не забывайте его. Вот стоит отдельно от танка, хуй пойми где стоит. Даже на. Ну а ты чё ты его туда грипнул и два коста проебал? Кашка 250. Моба бьём, кого вы бьёте? Лёх, который ДКшка? Каст. Вот танк. Вау. Метёла, подними жену. Со звёздочкой, ребят. Ну, где вы все? Вас убивает трэш, ваши проблемы. Я стою там, где нужно стоять. Я просто так звездочку.
Моста бьем. Да, убиваю чем. Уже потому что. Там черви. Он тут багается анимация этой лужи. Я ее даже если не кастую, она остается как. Да плохо на черви. Видите, классно. Опять же, стоите вот так. Вот. Вот. Так, бьёшь? Так. Ты, блядь, тянуть на ДК можешь, блядь, это, чтобы он там доконтролил таст? Сам может даже сам. Я уж боюсь. Пятяшка, салом, всем выбивается. По звездочке смещаем. Нет, две. Две дальние. Я выбрил. Войд. Моя душа принадлежит бездне. Держись. Thank you.
Даешь стан. Потом салом продолжим. Стоп будет. Девять секунд хватает, чтобы если все свечи вышли. Новых. Кирс, когда анимация дохуя, а урона нихуя, да? Чё-то на петля мобна набрал. Там, ну, блин, это же... Больше. Если слишком ленивый бегать. Это же не как у Вара, стоишь и бьёшь, у тебя всё кливается и так. Мне кастить надо стоять. Не, тебя, на самом деле, Лёха, знаешь, есть или нет? Там уже челлендж был, что урон поднимут. Пианист. Смотри, по анимации выходит так, есть, как будто пизда не так, что трёш летит. А на самом деле там нихуя. Ну вот у тебя сколько клеем нанесено? Рассекающий, смотрю, 2 ляма. Вихрь, еще 2 ляма. Чё тебя там еще ауишь, не знаю. Ну уже она правда плохо бьет. Да. Ну вот, 4 ляма. У меня землетрясение 5 ляма. Ну вот, лыжи кипящие, бесит, блин, она все вечно. Вы понимаете, да, вот смотрите, у меня вот Т5 нихуя ничего нет, даже... Ты знаешь, слава богу. Нет. И все, я добиваюсь своими скиллами, а у вас, блядь, Т5 нахуй на первом месте. Ой, блин, сейчас бы Вару говорить про урон, который и так топ-1 по ДПСу, блин, всегда был на ЛК-контейне. Ты, ну, представляешь, вот, рассекающий 5 миллионов был? Че был? Ну, знаешь, сейчас бы топ-1 классу по ДПСу на Сирусе, еще бы ДПСу это, во все стороны. А чтобы в Окагер попасть-то, нужно весь проход открыть, да? Вот из миликов реально вар, ДК, все. Других классов как будто... Ну и что-то переувеличить.